Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы в процессе. Все происходит так, как мы и хотели. Все стабильно, хорошо. Но еще длинный путь, экватор не пройден. Я надеюсь, что вторая половина нашей конференции будет соответствовать первой. Надеюсь, что вам было интересно, если вы нас смотрите, полезно. И мне очень хочется, чтобы мы принесли что-то хорошее в этот мир, как я говорил в своей части приглашения. Аудитория сидит завороженная, значит, им интересно. Никто друг с другом даже не общается. Мы абсолютно верной дорогой идем. Эндоскопии нужно помогать. Самое развивающееся, как мне кажется, из всех хирургических направлений – это именно эндоскопия. За ней будущее. Каждый год мы забираем новые операции у хирургов, делая их менее инвазивно. Коллеги, добрый день. Меня зовут Катрич Алексей, я доктор медицинских наук. Нахожусь сейчас в городе Майкопе на второй конференции, посвященной малоинвазивной хирургии в практике общих хирургов. Больше 20 лет я занимаюсь ультразвуком, в том числе эндоскопическим ультразвуком, в том числе инвазивными вмешательствами под контролем ультразвука. Мы коснемся различных вопросов, новых технологий, которые есть в ультразвуковой диагностике, и поговорим о использовании ее в малоинвазивной хирургии. И сегодняшняя конференция у нас, наверное, получается и подведение итогов прошедшего года, и обмен опытом, и общение, и, наверное, какие-то планы на будущее. Дорогие друзья, ну вот мы и в Адыгее. Вчера я весь вечер провел в этом здании, в здании этой больницы. Мы обсуждали пациентов, мы смотрели историю болезни и снимки. Пациенты, да, все очень интересные и достаточно сложные, но уровень наших экспертов позволяет нам выбирать таких пациентов. Но когда я посмотрел реальную историю болезни, посмотрел настолько, насколько тяжелые эти пациенты, я понял, что сегодня будет очень интересный день. Кстати, давайте посмотрим. Вот. Это будет ссылка на само мероприятие. А здесь мы выложим отдельно лекции, которые были в рамках этого мероприятия. Будут представлены возможности современной эндосонографии. Тот пациент, который пойдет сегодня на холангиоскопию, он также неоднозначен. Я думаю, что ребята сегодня попотеют. Пациент напоен, он далеко не первой стадии заболевания. Мы ему сделали и провели манометрию, и, наверное, вмешательство будет достаточно длительным. Но так или иначе, как сегодня все сложится, как пройдет день, мы посмотрим. Спасибо вообще за такую гениальную идею, то, что пригласили меня в Адыгею, помимо того, что я 8 часов сюда ехал. Классная конференция получилась. А что для тебя вообще интересно здесь было? Что для тебя подчеркнул, кроме организации? Слушай, Михаил Сергеевич, я стоял у истоков этих мероприятий, и я просто кайфую от того, как развилась эндоскопия в Адыгее за 2 года. Мне так нравится, что так классно проходит у нас онлайн такие интересные случаи. Ну, мы консультировались по поводу больных. По-моему, вы тоже в этом участвовали. Почему должно было быть по-другому? Вам понравилось? Мне нравится. Здорово. Ну что,
А эта дорога, смотрите, мы идем в конференц-зал. Мы до этого обошли его со всех сторон. Вдоль связки мы видим, как два печеночных протока сливаются, и дальше происходит обструкция. Вы знаете, есть такая волшебная методика. Давайте ее применим. За счет того, что у нас недостаточно опыта, но когда поговорил с коллегами, которые активно выполняют эту операцию, действительно такие случаи возможны в практике. Дорогие друзья, ну вот и закончилось наше маленькое путешествие в мир эндоскопии. Сегодня был интереснейший день, и я ни разу не жалею, что совершил такой огромный путь, долгий путь, приехав сюда. Интересные случаи, общение с коллегами, а теперь легкая, но очень приятная усталость. Интересно, что скажут мои коллеги об этой конференции? А с вами до новых встреч! Уважаемые коллеги, хочу поделиться своими эмоциями, потому что сейчас уже все закончилось. Стало намного легче, намного приятнее, и мне хочется спросить у вас. Вот мы вам обещали, что будет интересно. Насколько это было интересно, оценивать только вам, потому что ну, мы точно получили бурю эмоций позитивных. Мы помогли пациентам, мы применили методики, которые не применялись в нашем регионе раньше. Показали их людям. Я надеюсь, что все правильно поняли наш посыл, что мы хотели этим сделать, что мы хотели этим показать, чего хотели этим добиться. Пожалуйста, ответьте, насколько вам было интересно и что было самым интересным из всей конференции.